Я поздравляю тебя, Республика Мечта. Много радости и красок ты нам дала. Ты нас научишь, ты нам поможешь. С 15-летием тебя, наша любимая мечта. Пусть все будет хорошо, и живи ты много лет, моя милая Республика. Ты цвети и процветай, набирайся опыта. И удачи тебе я советую. Дорогие граждане Республика Мечта, я поздравляю вас с этим днем. Нашей мечте уже 15 лет. Эта цифра старше многих из нас. Желаю вам быть креативными. Не бойтесь делиться своими идеями. Будьте коммуникабельными и общительными. С праздником вас! Дорогие граждане Мечты, поздравляю вас с 15-летием Республики Мечты. Желаю вам счастья, здоровья, и чтобы Республика Мечта пробыла еще столько же, или даже больше. И хочу попросить извинения у наших учителей за вытрепанные нами нервы. Простите нам, а еще оставайтесь такие же веселые, умные, красивые, жизнерадостные. И также хочу пожелать вам побольше терпения. Дорогие граждане Республики Мечта, я поздравляю вас с этим значимым праздником. Желаю вам хорошего настроения и успехов во всех проектах. Я поздравляю тебя, Республика Мечта, за все то, что ты сделала для нас. Я желаю тебе удачи в движении и стремления быть лучшим. Году различные праздники, но сегодня праздник у вас, наши шустрые второклассники. Мы в мечту приглашаем вас. Мы зовемся Республикой. Наше имя – Мечта. Добрых дел горизонты нам открыты всегда. В Республике Мечта 17 городов. Дружный, пчелки, бригантины, искорки, фантазеры, лазурный, кристалл. Максимум, звездный, изумрудный, солнечный, улыбка, вспышка, Олимпия, жемчужный, школьная планета, 21 век. Я желаю тебе, Республика Мечта, чтобы все были еще дружнее и помогали друг другу еще больше. Поздравляю, процветания желаю, учителям хорошего здоровья, а ученикам здорового ума. Желания пусть исполняются, а беды пропадают, радость появляется, а грусть испаряется. А какие мы мечтатели? Мы любим путешествовать, петь и рисовать. В общем, нам в республике некогда скучать. А вместе мы навеки, единая семья, талантливые дети, Республика Мечта. Староклассникам, чтобы здоровой дружбой дорожить, побольше думать и читать, задания дома выполнять, и в интернете их качать, своим умом достигать. Староклассник, вперед иди, по нелегкой дороге к знаниям, пусть рухнут преграды класс на пути от моря вашего обаяния. Пусть сердца всегда бьются в такт и желания не исполняются. Очень рады мы видеть вас, дружба наша пусть начинается. Дорогие староклассники, какие вы все красивые, нарядные. В этот прекрасный день хочу вас поздравить от имени всего президентского совета с торжественным днем вашей жизни. Сегодня вы стали частичкой нашей школьной семьи, детской, юношеской, общественной, экологической организации «Республика Мечта». Чем живут мечтатели? Мы любим учиться, играть, петь, танцевать, придумывать интересные мероприятия. Я от всей души желаю вам, чтобы ваша жизнь в Республике Мечта была яркой, светлой и запоминающейся. С достоинством носите гордое звание мечтатели! Thank you.
посла и гражданина Республики Мечта. Мы вас поздравляем и желаем вам успехов и в учебе, и в внеклассной жизни, которая, я надеюсь, вам будет очень и очень интересна. Поздравляем вас с 15-летием Республики Мечты. Желаем вам счастья, успехов, добра и чтобы у вас все было хорошо. С праздником вас еще раз. Номер 19 всех граждане Республики Мечты с 15-м днем рождения. И надеюсь, что мы проживем еще столько же. И желаю всем учителям мечты крепких нервов и терпения. Я хочу всем пожелать, чтобы до конца года настроение было веселым, хорошим, чтобы были оценки хорошие, поздравляли своих родителей, чтобы настроение у них тоже было хорошее, и всей школе, чтобы занимались на площадке, чтобы были здоровы. Я хочу, чтобы этот праздник всем удался. С днем рождения, Республика Мечта!